Здравствуйте. Так, извините, я наушники включал. Да, еще раз. Всем доброе утро. Может быть, у вас какие-то вопросы есть, чтобы их задать? Как будем в Тинькофф. Хорошо. Не знаю. Что даже рассказать. Также работаю разработчиком. Сегодня также ранжирую ленту пульс. Вот ничего не меняется тут. Так. Давайте тогда потихоньку начинать. У нас уже сегодня вот их нумерует 8-й семинар. И как вы поняли по названию, мы закончили всякий семинар с изображением. Вот, и теперь как бы у нас новый домен данных — это тексты. Вот. А про изображение, все, что мы хотели в этом курсе, мы уже прошли. А поэтому можете считать себя уже неплохо состоявшимися CV ML-разработчиками. Вот. И действительно, ну, много успели пройти. Вот, начиная от того, как вообще в целом все работает, заканчивая какими-то модными темами, которые позволяют улучшать качество в каких-то, ну, не самых популярных случаях, когда там, например, мало данных или еще что-то. Ну вот, и как бы цель за оставшееся время курса начать знакомиться с текстами и понять, как же, ну, работают большие там языковые модели и вообще, почему реально настолько хорошо модели выучивать язык и как это делается. Ну вот, и начнем мы с самого основного, то, что, ну, как бы нужно точно понять, чтобы все NLP, это как раз вот вся работа с текстами, так называется, оно было понятно. Ну, то есть, как и с картинками первые семинары, наверное, были основополагающими, а потом все уже на них накладывалось, так и тут. Вот, наверное, сегодняшний семинар очень, ну, важный, потому что если вы его поймете, то вы поймете дальше, как это все, ну, на вот, наверное, эту банальную идею накручивается. Вот, а банальная идея то, что, ну,
со строчками компьютер не очень работает. Вот. Ну и как бы вообще машинное обучение не очень работает с текстовыми данными. Ну как? Потому что машинное обучение — это перемножение матричек. Вот. А слова не похожи на матрички, ну, текстовое представление. Вот. И как бы с картинками все было вроде проще, потому что картинки — это, ну, сразу набор чиселок. Вот, он, да, немного странный, то есть там у нас три канала, эти чиселки там от 0 до 255, ну, но это все равно чиселки, как бы понятно было, что там их можно что-то сразу умножать. А вот с текстом, ну, пришлось как бы как раз сделать такой большой шаг и научиться, ну, векторизовывать текст, вот, то есть переводить из каких-то обычных текстовых представлений в набор чиселок, вот, их называют эмбеддингами. Ну, просто получается вектор, который будет характеризовать там слово, токен, текст, ну, все что угодно. Вот, и сегодня на семинаре мы хотим узнать, а как это делается, и вообще попробовать поработать с текстами и понять, какой код стоит писать, а какой не стоит. Ну вот, примерно такой план на сегодняшнего семинара. И тут вот начинается семинар с того, что вы уже в прошлом курсе, как я понимаю, по больше классическому ML, уже знакомились с этой идеей. Вот, и как бы то, что я вам сейчас рассказал, не должно быть новым. И идея заключалась в том, что, ну, как бы вот у нас есть набор слов, ну, вот просто текст. И, ну, количество слов ограничено. Вот это хорошее замечание, которое, во-первых, всегда верно, а во-вторых, ну, оно нам помогает все это, ну, как бы в конечные какие-то вектора запихивать. И то есть так как набор слов конечный, то можно там каждое слово закодировать one-hot encoding и начать как бы к ним применять линейные слои. Вот тут пишут, что в прошлом курсе так у вас и было. Ну и можно разобрать сразу минусы этого подхода. Думаю, они ну, как бы сразу налицо. То есть то, что one-hot вектора — это просто, по сути, индексация вот матрички NN-линеях, на которые мы умножаем. То есть это просто, ну, какие-то строчки в этой матрице. И поэтому на самом деле, ну, one-hot вектора можно там не хранить, вот, или еще что-то. Можно сразу хранить там для конкретного там слова маппинг в этот вектор. Вот. Дальше то, что у нас, ну, как бы, вот это вот, ну, количество слов, оно, хотя и ограничено, но оно очень большое. Вот, поэтому вот эта вот матрица, на которую мы умножаем NN-линеях, она может быть, ну, огромных размеров, то есть вот размер словаря на какое-то скрытое представление. Но скрытое представление хочется, ну, как бы, достаточно большим делать, потому что, ну, какую-то информацию, большую часть информации хочется сохранять. Вот. Ну и размер словаря у нас там десятки тысяч слов, может быть. Ну вот, поэтому эта матрица огромная, и с этим как-то хочется бороться, и мы потом, наверное, не в этом семинаре, а в следующих, ну, подумаем, как это сделать. Ну вот, и в принципе, хочется это все повторить. Вот, только ну, переписать на какой-то DL фреймворк, вот на PyTorch, вот всю эту идею, то, что нужно по слову сопоставлять ему какой-то набор чиселок, и этот набор чиселок еще будет обучаться так, ну, чтобы решалась какая-то нужная нам задача. Ну вот, и как раз тут вот говорят про идею того, что мы хотим реализовать. Это то, что у нас есть слово, а мы это слово как-то заиндексируем сначала, ну, то есть, чтобы не обращаться там. Ну, короче, слово сначала циферку сопоставим, вот, ну, чиселку, чтобы просто было легче работать и не таскать там
возможно, длинные слова разные, а где-то вот сохранить этот словарь, слово чиселка, ну вот, и работать уже с ним. Ну вот, и каждой чиселке мы хотим сопоставить какой-то векторочек, который мы называем embeddingом. Вот, и мы еще хотим, чтобы эти векторочки были какие-то осмысленные. И осмысленность мы будем проверять то, что, ну, наверное, мы про осмысленность попозже поговорим. Вот как раз вот тут вот. То, что, ну, первый, наверное, такой супер классная идея, которая прям заставила человечество поверить, что там у NLP много будущего, и действительно можно там с помощью какого-то тейля начать что-то обучать в текстах, и это будет хорошо работать. Это Word2Vec. Это как раз вот способ, ну, получить вот эти эмбеддинги. То есть это получается слово сопоставить набор чиселок. И этот набор чиселок осмысленный. И осмысленность его такая, что слова, которые находятся в похожих контекстах, они близки друг от друга. То есть вот эти вектора, у них косинусное расстояние, но маленькое. Ну вот. И как раз сегодня мы разберем, как такое учить. Ну, а вообще, почему такая идея, почему мы хотим, чтобы все было так? Ну, это, наверное, как бы вот есть, ну, лингвистик, который изучает языки, и давно лингвисты поняли, что там слова, которые, ну, когда человека просят там указать пропущенное слово, то он легко это делает, потому что, в принципе, он понимает, какое слово в каком контексте встраивается. Ну, хочется, чтобы вот языковая модель и вообще вот эти вот представления, они обладали тем же свойством. То, что у похожих, ну, по контексту как бы, слов были примерно одинаковые векторочки. И мы пытаемся этого добиться. И есть как бы два способа, как, ну, добиваться этого результата. Ну, в плане способы, как обучать какую-то там абстрактную модель, чтобы все так было. Это Back of Words, ну, Word2Vec Back of Words и Skip Crumbs. Они отличаются тем, что, ну, как я уже сказал, нам важен контекст, поэтому мы будем как-то, ну, пытаться с ним работать. Вот, и Back of Words, он берет какое-то окно и выкидывает оттуда слово. И пытается по контексту слева-справа предсказать это слово. Ну, представьте, что там вы на тесте по английскому, и там такие задания иногда попадаются, что нужно там ставить пропущенное слово. Вот как бы вы тоже можете решать эти задачи, и, скорее всего, там через 10 штук вы начнете решать, ну, решать их очень хорошо. Ну и чем лучше знание английского языка, там, тем лучше вы их решаете, потому что вы понимаете, какие слова в каком контексте, и еще натренировались решать именно вот поставленную задачу. Вот. Но, а более сложный, как бы, следующий уровень, наверное, изучения, это когда вам дают слово, а вы можете нагенерить там, ну, следующие какие-то слова, или там предыдущие, которые могут идти с ним в контексте. То есть это, ну, более, как бы, сложная задача, которая подразумевает как-то более, ну, масштабное, наверное, знание, языка. И она вот, ну, работает лучше, поэтому мы будем учите именно скип-крам. То есть по какому-то слову, которое нам будет подаваться, мы будем предсказывать следующие за ним слова. Так, наверное, тут стоит остановиться, и если у вас есть вопросы, то можно их задать. У вас было все это на лекции? Или нет. Скип-граммы лучше, потому что они порядок слов учитывают. Они не учитывают порядок слов, ну, то есть мы будем учить просто как задачу классификации, то есть мы не будем там штрафовать модель, что она
предсказала, ну, вроде бы, мы посмотрим ниже, но вроде бы это просто мы будем сэмплировать какие-то слова из, ну, какого-то окошка заданного и просто пытаться, ну, решать задачу классификации, чтобы их угадать. Вот, поэтому думаю, что он порядок не учитывает, а работает он лучше, ну, просто потому что на самом деле будто больше обучающих данных мы генерим. То есть у нас тут нужно как бы по какому-то контексту одно слово восстановить, и ну, будто это просто более легкая задача, и выучиваются, ну, хуже представления. Вот мне кажется, такая тут, ну, идея, ну, почему скипрам лучше. Ага. Так, на лекции вам это все рассказали. Тогда супер. Наверное, вопросов по тому, что я сказал, нету. А давайте тогда перейдем к тому, чтобы что-то написать. И, ну, к сожалению, в NLP, ну, огромная часть работы — это то, что нужно как-то работать с этими там текстами, и перегонять их в циферки хорошим образом, иначе все вот эти вот вроде бы очень логичные, простые идеи, они не заработают. Вот. Ну и как раз сейчас мы познакомимся с тем, как работать с текстом и какие преобразования нужно делать, чтобы все было не очень плохо. Мы скачали какой-то текст. Текст можно посмотреть. Вот тут вот ссылочка, про что этот текст. Давайте откроем. Ой, он скачивает. Нет, мне не нужно. Zip архив. С текстом, ну, это просто ссылка на zip. Описания нету, но мы можем взять, открыть этот файлик, прочитать текст в оперативную память и вывести первые 100 символов. Вот. И у нас есть какой-то текст. И нам нужно, ну, как бы, во-первых, выделить слова, ну, посчитать там, сколько слов вообще всего в этом тексте есть. Какие-то слова, которые, вот, например, я часто говорю, когда вам рассказываю там так, вот они вообще не несут никакого смыслового контекста, и хочется их выкидывать, чтобы, ну, как бы, модель машинного обучения там не тратила какие-то свои вычислительные ресурсы и не обучала для них, ну, эмбеддинги, потому что, ну, как бы, это просто междометия, которые не помогают понимать смысл текста. Вот. И чтобы это сделать, нам нужно скачать себе вот такой вот файлик. Давайте я его скачаю. Так, а сейчас я должен его еще подгрузить, да? Так. Я подгрузил файлик, вот, и давайте мы зайдем в него. Этот файлик, у него есть две функции. Это функция, которая называется preprocess. И что она делает? Она берет, принимает на вход какой-то текст. Это может там предложение быть или вообще, ну, весь наш вот текст, который мы там загрузили с какого-то сайта. И начинает применять разные там регулярные выражения и так далее. То есть вот, например, она берет и меняет все пунктуационные знаки на специальные токены. Вот. А специальным токеном мы будем, например, ну, сопоставлять какой-то свой отдельный embedding, чтобы, ну, получается, наша нейронная сеть выучивала и потом. Ну, обычно там при генерации хочется генерировать текст со знаками препинания какой-то. Ну вот, и ну, нужно их как-то выставлять, поэтому для них нужны специальные токены. Вот, а в этой задаче, ну, просто
Просто, наверное, мы будем в качестве следующего токена знак проклинания тоже учитывать. Ну вот, и что она еще делает? Она выкидывает какие-то малопопулярные слова. То есть, ну, в тексте может быть опечатка, вот, и такое слово будет, например, встречаться один раз, и не потому что даже оно такое редкое, а потому что это ошибка. Ну вот, и не хочется для таких слов отдельно там учить какой-то векторочек размером 128. Ну, то есть, может тогда размер словаря быть очень огромным, и нужно будет там очень много и времени, и там вычислительных ресурсов, чтобы обучить такую нейросеть. Ну вот, поэтому самые редкие слова, которые там могут быть ошибками, ну или просто очень редко использоваться, и для них как бы, ну, если не будет какого-то эмбеддинга, то ничего страшного. Мы просто будем заменять его там на, ну, unky, unknown, типа embedding, и все будет хорошо. Мы сэкономим как бы и какую-то вычислительную мощность и ограничим знания модели, чтобы ей было легче. Ну вот, поэтому приходится всеми вот этими replace, ну, все переводит в нижний регистр, заменяет какие-то пунктуацию на специальные токены, потом делает сплит по там пробелам, слэшенам и так далее. И читает, ну, во-первых, делает вот этот каунтер, то есть это словарик, где ключ — это слово, а значение — это сколько раз это слово было встречено вот в этом массивчике. И выкидывает все слова, которые встречаются реже 5 раз. Вот такая вот замечательная функция. Давайте мы ее запустим и попробуем посмотреть, что она делает. Так, давайте закроем пока что это. Ну, то есть, я не знаю, тут, наверное, все эти слова, они остались, хотя вот radicals вроде бы убрался. Или я просто, нет, я не долистал. Ну, короче, что делает функция? Она берет вот исходную строчку, которую текст мы скачали, делит вот так вот на слова, считает, сколько у нас вообще всего слов в этом тексте, их вот 16 миллионов, а уникальных слов 63 тысячи. Вот, и это уже, мне кажется, после того, как мы выкинули редко встречающиеся слова. Так, вот мы возвращаем уже, да, те, которые мы отсеяли, и видим, что их и так много. А теперь мы хотим для каждого вот этого слова сделать, ну, как раз какую-то циферку, чтобы работать не со словами, а с циферками, и это было как-то, ну, легче нашему восприятию. Сейчас, наверное, будет более понятно, когда мы посмотрим на код. Тут назвали это create lookup table. И что она делает? Она принимает вот уже очищенный список слов, делает снова из него каунтер, то есть считает, сколько каждое слово у нас встречается, сортирует по тому, сколько, ну, по количеству встречаемых, то есть самые популярные будут в начале. Вот тут написано, что самому частому слову Z будет присваиваться число 0. И так будет по, ну, нисходящей идти. И просто, ну, делается вот такая вот штука, то есть мы идем по вот этим вот отсортированным словам и там делаем маппинг, индекс, который из enumerate получаем, и слово, и обратный маппинг, чтобы легко как бы, ну, кодировать и кодировать. И возвращаем все это. Так, наверное, тут нету вопросов. Давайте запустим. И
видим, что теперь у нас не слова, а просто числа, которые говорят, что это за слово. И с этим нам будет удобнее работать. Идем дальше. Дальше мы, понимаем, что у нас все равно очень много слов сейчас, то есть размер словаря 63,5 тысячи. Вот. И как я уже сказал, что нам нужно выкидывать слова, которые встречаются очень часто, и они не несут какого-то контекста. То есть вот в русском, наверное, это много каких-то междометий, в английском это всякие предлоги и так далее. И как мы будем это все выбрасывать? Мы для каждого слова будем считать вероятность, которая вычисляется по этой формуле. То есть если часто слово встречается, то у него как бы вот этот вот знаменатель, это частота слова, она будет очень большой. Эта вероятность будет очень маленькой. Вот. А если наоборот слово редкое, и оно несет какое-то, не то, что очень редкое, оно встречается больше 5 раз, но оно не там z или e, то мы наоборот его с маленькой вероятностью будем выбрасывать. И поэтому мы реализуем вот такую вот штуку. Она уже у нас тут реализована. А давайте посмотрим, как. То есть у нас снова есть вот этот вот набор слов наших. Мы делаем из них каунтер. И что делаем? Мы считаем, мы реализуем вот эту вот формулку, считаем вероятность, то есть это threshold делим на, получается, количество того, сколько встречается это слово, на длину всего словаря, то есть это именно частота слова. И все это под корни заносим. А если у нас вероятность какая-то случайная меньше, чем это число, то мы оставляем. Вот, иначе не оставляем слово. Так, тут понятно или уже нет? И как бы мы видим, что вот некоторые слова, которые часто употребляются в тексте, они пропали. Вот. Притом они, мы идем именно по вот этим вот, сейчас скажу, по тому тексту, который мы преобразовали. То есть мы не выкидываем слово вообще в целом, мы выкидываем как бы некоторое его вхождение. И как бы мы это делаем, чтобы как раз убрать какие-то слова, которые несут какого-то смысла, а мы это, это важно для того, что потом мы будем, формировать как раз вот контекст из окна. И чтобы формировать контекст, мы хотим учитывать какие-то там осмысленные слова, а не просто какие-то вот предлоги и так далее. И поэтому мы делаем так, чтобы было больше разнообразия, а там не предсказывалось всегда там «the» в любом контексте. Так, вопросов нет. Поэтому, наверное, тогда иду дальше. Если будут вопросы, то нужно их задавать. Давайте теперь как раз поговорим о том, что у нас, на чем мы сейчас остановились. Мы взяли, скачали текст, а потом
посмотрели на .pyfilic, который, ну, в реальном мире пишете вы сами и там делаете нужные преобразования. Но какие преобразования были необходимы? Перевести все в нижний регистр, заменить какие-то там знаки препинания на специальные токены, с которыми потом будем работать, и сделать так называемую лукап-табличку, ну, или просто сопоставить циферки, ну, какое-то число, и по этому числу уже будет сопоставляться эмбеддинг. Но сейчас мы работаем не с словами, а просто с числами, и нам вроде бы как удобнее. Потом мы говорим, что у нас много есть часто встречаемых слов, которые не несут особого контекста. Вот. И мы хотим их немного повыбрасывать. И мы это будем делать вот с такой вероятностью. Вот, реализовали это, получили как раз обучающие слова, но какая у нас проблема? То, что в машинном обучении нужно всегда один и тот же формат данных, ну, не всегда, ну, вот в Supervised машин обучении это обучающая выборка и ответ. Вот пока что у нас такого нет, и, наверное, ну, вот нужно задаться себе как раз этим вопросом, как это получить. И давайте обсудим это. Мы будем получать это с помощью, ну, какой-то самописной функции, как мы хотим, чтобы она работала. А нам дают как бы какое-то слово, ну, индекс этого слова вот в нашем тексте. И мы хотим взять и по индексу этого слова, ну, понять его контекст. То есть просто посмотреть, какие слова слева, справа от него стоят. Какие тут параметры у нас есть. У нас есть параметр, ну, как бы размер вот этого окна, который мы будем, ну, из которого мы можем брать слова. То есть, как бы окно в длиною весь текст нас не интересует. Это просто, ну, какое-то достаточно адекватное число. Там, ну, например, вот 5 или там еще меньше. Вот. И следующий, ну, параметр, который мы можем задавать, это сколько сколько, ну, как бы слов из этого окна мы хотим насэмплировать. То есть вот R — это просто сколько-то слов, которые мы хотим взять из этого диапазона. Давайте посмотрим пример. То есть нам подается, ну, вот индекс 2, он соответствует в исходном тексте токену 741. Ну, какое-то слово, которое закодировано 741. И мы задаем 2, то есть мы 2 слева и справа слова должны вытащить. А ну, Windows Size у нас 5. И поэтому мы просто берем, и тут вот слева у нас только одно слово, ну, возможно, потому что иначе мы выйдем за пределы массива. А справа мы берем, ну, рандомно из там окна в 5, например, это слово и это слово. Вот, и хочется вот такую вот функцию реализовать. У вас есть шанс написать код, если хотите. Вы можете говорить мне, что писать, а я напишу. Ну, короче, тут еще написано, что вот этот вот R мы выбираем случайно. Ну вот тут, да, как раз в статье написано, более далекие слова меньше связаны, чем близкие, и мы даем меньший вес. То есть кто-то, кто писал в чат, был прав, что SkipCam все-таки учитывает то, что, ну, насколько слово отдалено от какого-то вот, ну, как он называется, анкором, наверное, ну, которое центральное. Вот, хотя я не понимаю, почему, если выбирать случайным образом число R,
то мы это будем учитывать. Если вы это понимаете, то можете, пожалуйста, рассказать. Ну, то есть, почему? Мы же рандомно сэмплируем из этого, но ну ладно. А давайте напишем. Короче, вот R мы А выбираем можно случайно. предположить идею, почему так работает? Мне Да, кажется, потому давай. что мы же берем рандомно какое-то число в этом диапазоне, и в любом случае мы обрезаем по правому краю. То есть числа, которые ближе, останутся с большей вероятностью, чем те, которые дальше. Так, мы обрезаем по ближайшему. По правому, ну, у нас есть отрезок от 1 до c. И мы в любом случае срез берем от одного до чего-то. Ну, то Да, я есть, понял. да. Да, хорошее замечание. Вот, то есть мы R как раз, ну, рандомим среди вот такого вот отрезочка. Давайте напишем вот это rand-int. И еще, наверное, тут из np. И мы как раз будем указывать 1, и в c у нас это window size. То есть мы взяли какой-то r, и теперь мы хотим взять и ну, получить наш вот таргет. А что такое таргет? Это из вот этого массивчика мы хотим взять такой вот срез, который, ну, и слева, и справа. Слева у нас что будет? Мы берем, отнимаем вот из этого индекса R. Это у нас слева, но у нас может оказаться так, что мы выйдем за пределы массива, вот как у нас было вот в этом примере. То есть R у нас там 2, нам подается этот индекс, и тут отрицательное число. А поэтому мы хотим брать максимум из нуля и вот этого вот индекса. И делать срез до индекс, который нам подается. Ну и этот элемент, он не включается. Так, и потом получается это таргет, получается слева, таргет справа у нас это тоже срез, только теперь мы тут само слово не берем, поэтому это плюс один. А получается тут мы уже делаем минимум, раз там максимум. Тут мы указываем длину нашего вот этого вот массивчика, который нам подают сюда, чтобы тоже не выйти за пределы. Тут плюс R, и так как у нас начинается индекс плюс 1, то тут тоже индекс плюс 1. И таргет — это у нас просто, ну, сумма этих массивчиков. Так. Ну да, и получается, вот те, которые слова ближе, мы будем их, ну, всегда практически брать. Ну, то есть ближайшие слова мы всегда берем, а какие-то дальние, они редко. Так, почему он неправильно массивы сложит? Мне кажется, что он же работает. Да, что это обычные листы, которые просто конкатенируются, по сути. Ну и давайте проверим, то есть мы нагенерим текст из каких-то вот, ну, 10 просто
циферик, вот, дадим индекс 5 и попросим получить таргет. Ну, мы видим, что у нас разгенерилось 1. Давайте еще раз запустим. Ну вот. Ну и как бы, чтобы проверить, что у нас там индексы ничего не выходит, то можно вот тут вот 1 указать. И видим, что у нас слева только одно число, а справа больше. Вот, так что вроде бы все хорошо. Так, тут, как я понял, тоже все понятно. А теперь, если есть вопросы, то можно задать. Так, вопросов нет. Ну, теперь мы, получается, ну, научились по какому-то индексу, ну, слову, возвращает ли него ответ. А теперь нам нужно взять и написать генерацию бачей. То есть, ну, так же, как и в Computer Vision. То есть, что делал у нас вот Torch Dataset? Он просто как-то обобщал данные. А потом мы делали Dataloader, который делал getItem, вызывал, и как раз все это конкатенировал в какой-то один батч, который уже будет затем подаваться модели. Вот тут вот мы просто, ну, пропишем эту операцию самостоятельно. То есть мы будем идти. Тут вот я не понимаю, зачем мы на квадрат делим. Мне кажется, вот так вот можно. Мы будем идти, ну, с размером batch size и для, ну, брать, получается, эти слова и для каждого слова генерить ответ. Вот, ну, добавлять, получается, какой-то текущий массив бача, а само, ну, сам индекс слова и ответ для него, который мы получаем как раз getTarget. Ну и чтобы эти массивы совпадали, мы будем, ну, в ответ класть, ответ мы будем класть как раз наш таргет, который выдается вот эта вот функция. А в X мы будем брать массив одинаковых токенов такой же длины, как и таргет. Вот, и получается у нас X и Y тут будут, ну, одинакового размера, и каждому X будет соответствовать какой-то, ну, индекс слова, который лежит в его контексте. И мы сформируем так, ну, обучающий выбор, по сути. Так, ну и это у нас генератор, то же самое, что делает DataLoader. Про то, как писать генераторы, вы знаете. Или что-то сказать по этому поводу. Вот, ключевое слово yield. В чем отличие extend от append? Append только один элемент может добавлять, а extend он может, ну, список делать. То есть, если, например, вот у нас есть массив, и мы хотим ему сделать, например, вот такую вот операцию, вот, то append у нас скажет, что он добавит именно как массивчик, мне кажется. Давайте распечатаем. То есть у нас вот будет 1 и массивчик 3-4. Вот. А если мы сделаем extend, то он возьмет и как бы из этого массивчика просто в такой итератор по числам и по элементам их добавит. Давайте заново только сделаем. Вот. Ну и как бы тут мы хотим именно просто взять и все элементы по очереди сложить в наше вот это вот вектор x и y для бача.
Так, надеюсь, тут понятно. Еще, может быть, какие-то вопросы? Так, я понимаю, вопросов нет. У нас не работает почему-то. Сейчас. Может, все-таки тут большая в квадрате. Так, а почему? Мы идем шагом batch size, делаем. И тут next. Мы вызываем, он говорит, что у нас stop iteration. А как если... А? Так, как там было написано, то все меня, я уже не помню. Давайте посмотрим, сколько. Так, это вот у нас тут. И давайте ноутбук откроем, который не я выполняю. Так. Тут вот в квадрат так как раз возводится. Странно. Почему он выкидывает ошибку? Так, давайте подумаем. Потому что... Да, он не в квадрат возводит, он просто потом... Да. Ну и просто, что мы потом, когда getTarget делаем, мы же вперед идем, и поэтому как раз вот так вот надо писать. Вот. Ну да, получается, тут целая часть, но то, что у нас нет, все равно. А потом как бы размер делает, что можно по 4 брать. Да, я понял. То есть вот такая вот последовательность у нас операций. Да, ну все, я понял, спасибо. Так. Ну, получается, мы написали функцию генерации данных. Вот, теперь, получается, у нас выплевываются бачи. И мы можем уже начать что-то учить. Вот, но чтобы начать что-то учить, мы хотим модельку написать. Какую модельку мы хотим сделать? Мы хотим сделать модельку, которая состоит всего лишь там из двух линейных слоев. Как раз вот ну, входной вектор, который будет ну, переводить в какое-то скрытое представление, из этого скрытого представления обратно как бы в ну, размер словаря, и потом мы будем уже решать обычную задачу классификации. Ну, как бы, как мы будем, получается, смотреть на качество. Как я уже вначале сказал, мы, ну, будем анализировать косинус на расстоянии между
нашими вот, полученными эмбеддингами. И похожи по смыслу слова, ну, то, что они там в контексте в одном употребляются, у них должны быть, ну, примерно одинаковые косинусы. А, ну вот, и поэтому мы просто будем считать косинусное расстояние и выводить самые ближайшие. Вот давайте посмотрим на эту функцию. Мы берем, у нас есть, ну, вот эти вот эмбеддинги, это векторочки, которые соответствуют. Мы получаем сами эти векторочки из вот, weight, веса. Потом мы их берем и нормируем, чтобы у нас сразу, ну, в косинусном расстоянии мы делим норму, чтобы вот эти векторочки были тоже нормированы. Ну, просто считаем L2 норму тут. Потом что делаем? Мы берем каких-то n слов из вот этих вот окон, ну просто, и делаем, ну, как бы, embedding этих слов. То есть я беру, и получается, вызываю вот, ну, это будет, получается, просто наш какой-то, ну, там, типа NN linear слой, который мы как раз можем применить к вот этим индексам, которые мы тут насэмплили, получить их эмбеддинги. Вот. А потом посчитать косинусное расстояние тем, что мы берем, перемножаем эти эмбеддинги на те, которые у нас есть вообще всего словаря. Вот. И считаем, ну и нормируем все это. И возвращаем как раз косинусное расстояние для вот этих вот примеров. Вот такая вот функция. Если тут какие-то вопросы. Так, если вопросов нет, то давайте напишем саму модельку. Ну, получается, у нас что тут есть? Давайте описание, наверное, посмотрим. У нас, ну, нужно, подаются, получается, какие-то вот, ну, бычи, и нужно взять и получить вот это вот, ну, embedding слова. Вот, поэтому у нас первый слой будет embed. Вот. Сейчас. И есть специальный модуль nnembedding в торче. Что он делает? Он как раз берет и по индексу сопоставляет какой-то, ну, обучаемый вектор. Давайте смотрим документацию. Он должен принимать себя, ну, размер словаря, то есть сколько индексов всего у него есть вот на embeddings, и как раз размер этого векторочка. В нашем случае получается, ну, размер это vocab size, и embedding dim это вот embedding size. И вот после этого мы получили, ну, для каждого индекса какой-то, ну, векторочек. То есть тут будет размерность batch size на embedding size. Ну, вообще, вот эта вот матрица, она vocab size на embedding size, но потом мы применим именно конкретным нашим индексом. Ну, давайте вот forward и писать. То есть мы там embedding x. Это у нас вот это применяется к x. И вот у этого размер batch size на embedding size.
Так, ну и потом, получается, мы из этих эмбеддингов хотим просто сделать какой-то линейный слой, обычно на основных линиях, который будет из вот этого embedding size переводить обратно в vcap size, потому что мы хотим решать задачу классификации, какой как бы токен следующий идет по контексту. Вот. И out у нас это ну вот, такая вот простая модель у нас будет, которая просто состоит, по сути, из ну, двух обучаемых матриц. То есть вот в NN-embedding, ну, это просто вот эти векторочки, они обучаемые. И матрица, которая, ну, как бы из них делает вектора обратно в vcap size, чтобы решать обычную задачу классификации. Ну и пишем наш цикл обучения. То есть мы инициализируем модель, передаем ну, длину нашего ну, массивчика. Получается, embedding dim выбираем там, 128. Просто число из головы. Все то же самое. Cross entropy loss, который мы подаем. Давайте вспомним, логи-то мы туда подаем или нет. Input logits. Ну вот, то есть мы никаких софтмаксов не вешаем, мы просто передаем вот эти вот логиты, которые равны количеству классов, и он сам считает, ну, кросс-энтропию, и мы ее минимизируем. Вот, и получается, ну, сам цикл обучения такой же, единственное, что теперь у нас идет, ну, также цикл по эпохам, а тут мы делаем вот этот вот аббар. Это штука, которая как раз берет, вызывает наш генератор. И, ну, еще логирует такую строку обучения. Все это превращаем в тензоры и кладем их на пуду. И потом просто подаем модельку. Моделька для каждого вот слова подсказывает там какой-то класс. И мы уже, ну, вот когда в генерации бачей мы написали то, что у нас, ну, каждому слову есть какой-то таргет, который соответствует рядом из его контекста. Ну и раз в несколько эпох мы берем и считаем наше косинусное расстояние с, ну, передаем как раз вот модуль embed. Я также назвал, да. Получается, передаем вот эту матрицу embedding, в которой как раз мы тут будем получать, то есть для всех это weight, а для каких-то конкретных векторочков мы берем и применяем вот этот вот слой, чтобы их получить. Ну вот, и получается просто выводим самые ближайшие слова. Вот 6 ближайших слов и печатаем их. Давайте запустим. Так я, возможно, неправильно написал. Тут, наверное, MVP. Есть ли у вас какие-то вопросы? Ну да, и вот мы видим, что я там запустил, и за 20 секунд только две итерации сделаны. Это потому что у нас только CPU активировано сейчас. Я смотрел, как-то запускал.
Нам хочется ППУ. Давайте перезапустим ноутбук. Так, а он файлик. Файлик он тоже сбрасывает. Сейчас еще раз файлик подгрузим. Так, есть ли какие-то вопросы? Или все понятно, ничего не понятно, а то вы ничего не сдаете. Все понятно. Очень классно, что все понятно. Мне кажется, вот я непонятно сегодня рассказывал, но вы все поняли. Вот. Круто. Ну и тут, наверное, долгий процесс обучения. Можно посмотреть, что еще тут есть. Тут вот еще четыре целых ячейки, которые берут и с помощью ТСНЕ, ну, двумерную плоскость проектирует наши эмбеддинги. Ну, то есть, чтобы показать, что действительно там у близких по значению слов ну, на двумерной плоскости точки будут разные. Вот. Я не знаю, вам рассказывали до этого, как работает ТСНЕ? А вообще в целом, ну, там на других курсах, ну, то есть, понятно, что в курсе DL про ТСНЕ не рассказывают, но это типа, ну, метод понижения размерности, как PCA, там только, ну, более навороченный. Наверное, нет. Ну, к сожалению, я тоже не знаю, как работает СНЕ. Ну, то есть, нет, я понимаю, наверное, основную идею, то, что, ну, просто такое именно классическое понижение размерности. Ну, вот как PCA работает, в принципе, понятно, что мы там берем и находим какой-то, ну, новый базис, можно сказать, в котором у нас не теряется, ну, какая-то основная часть информации. То есть, ну, находим осик, по которым там дисперсия минимальная, и можем просто на них спроецировать. Ну вот. Или, по сути, это там SVD-разложение, и мы берем, ну, там, главные вот эти вот компоненты, ну, там, первые сигмы по возрастанию. Вот. И как бы есть что-то более крутое, ну, вот этот ТСНЕ, и он работает так, что создается какое-то, ну, более сложное пространство метрическое, в котором, ну, лучше ищется норма. То есть, я не знаю, как бы, я читал какие-то статьи, которые такие больше развлекательные, мне кажется, характер, а не то, как действительно это работает, и там, ну, говорили, что ТСНЕ считает какую-то, ну,
там, например, расстояние между объектами и вообще дисперсия между там какими-то точечками, ну, информации, а именно по какой-то поверхности, которую предполагает там эта метрика. Ну вот, но как точно работает это, я, к сожалению, не знаю. Вот я думал, что если кто-то у вас, возможно, встречался с ТСНЕ, то может рассказать. Это неправильный этап. Да. Ну, не знаю, как бы вот я. У меня было много Ленала, но вот сейчас, наверное, я очень мало помню, что из Ленала. Ну, какие-то, наверное, основные вещи не остаются в голове, но остальное, оно очень быстро забывается. Вот. Ну, и тут можно смотреть на то, как все обучается, и то, что у нас в начале, ну вот мы берем какое-то слово и ищем топ-6 похожих по косинусному расстоянию. И в начале, ну вообще никакой логики нету в том, что тут выводится. Ну вот, ну с другой стороны, учиться это будет долго. Есть вот выполненный ноутбук, и тут вот долго-долго это крутится. И в конце, ну, можно видеть, что действительно там к предлогу другие предлоги идут, к чиселке другие чиселки идут. Ну вот вспомогательные глаголы, они тоже, ну, близки друг к другу и так далее. И как бы, ну, получается буквально с помощью двух матриц и вот такого, ну, не очень хитрого способа обучения мы смогли, ну, выучить какие-то представления, которые имеют, ну, достаточно хороший вот смысл в том плане, что по контексту, ну, слова близкие по контексту, они по косинусному расстоянию этих эмбеддингов тоже близки. И, например, затем мы можем использовать там уже эти эмбеддинги, ну, для решения каких-то более прикладных задач, там, классификации текстов и так далее. Ну вот, а про TSNE вот выглядит примерно так, что мы просто понижаем размерности на 2D, ну, то есть у нас там было 128 embedding DIM, вот, и мы, да, из 128 переводим в 2, и можно посмотреть, что ну, какие-то вот группы слов, типа Italian, British, Spain и так далее, они там, например, рядом расположены. Год и возраст тоже рядом. Ну, короче, есть что-то выучивается. Вот такой вот результат. Может быть, еще какие-то есть вопросы у вас? Как я понимаю, вопросов нет, все понятно. Не знаю, мне по сегодняшнему семинару больше, наверное, нечего рассказать. Вот мы за сегодня что узнали? То, что можно векторизовывать слова, это значит, что мы каждому слову сопоставляем какой-то embedding, и есть, ну, получается, word-to-vec, ну, идея, которая там одна из первых хорошо начала это делать. Она делится на два, на skipgram и back of words. Back of words по там контексту предсказывает слово, skipgram по слову предсказывает контекст.
Вот, второй лучше, потому что и учитывает как раз порядок слов, и просто, ну, более сложные модели, и лучше выучивать представление. Вот, и познакомились с тем, чтобы это все, ну, заработало, нужно сделать достаточно много всяких, ну, предварительной работы, типа почистить текст, его токенизировать, удалить какие-то там слова, которые, например, часто встречаются, написать генерацию бачей. Тут она из коробки. Ну, она есть, но, скорее всего, в очень редких случаях. И только после этого можно там переходить к моделям и к обучению. Вот, наверное, это главное, то, что нужно сегодня вынести. Если у вас нет вопросов, то на сегодня все. Всем спасибо, что подключились. До свидания.